Мишке 8 месяцев. Она веселая, добрая, но при всем при этом хорошо охраняет двор. Это собачка Мишка. Ей где-то 8 месяцев. Значит, щенок. Мишку нашли на улице. Она просто там сидела на остановке. Вот и играла там с ветром. Мишка приучена к выгулу. Пристраивается в квартиру или частный дом. Можно с другими собаками и котами. Вот Мишка пока вот худенькая, но пока она, ну, как бы недолго у меня живет, пока вот только откармливается. Дружная компания из 11 щеночков крайне нуждается в пристройстве. Им около полутора месяцев. Каждый индивидуален и неповторим. Дети здоровы, кушают самостоятельно. Помогите, пожалуйста, малышам найти семью. В следующий раз мы вновь познакомим вас с питомцами, которым очень нужны вы.